Всем добрый день, меня зовут Александр, Оренбургская область. В прошлом году мы первый год посеяли кукурузу. Год выдался очень влажным, и уборка была тоже очень влажная. И встал вопрос, куда же девать кукурузу с влажностью около 30%. Решение пришло такое, что приобрели технику для хранения зерна в рукавах, и после уборки с поля сразу без подработки затарили рукава. После этого мы закупили сушилку, ее смонтировали и в декабре месяце приступили к сушке этой кукурузы. Кукуруза за месяц своего нахождения в рукавах нисколько не потеряла в качестве. Как мы ее положили, так один в один и достали. В декабре месяце мы ее успешно все просушили и после этого реализовали. И действительно у нас в хозяйстве тоже много выращивается культур. Да, действительно, как говорили выступающие ораторы, некоторые культуры засыпаем в маленьких количествах, засыпаем рукава, потому что высыпав в ангар, она занимает пол ангара, рассыпается. Ну, в этом году мы тоже применяем эту технологию, потому что, да, действительно, элеваторы очень дорого. Вы знаете, что элеваторы занижают качество очень сильно, и услуги элеваторов стоят очень дорого. В сложившейся ситуации экономической, я считаю, что это выход из положения, и будем дальше применять эту технологию.